здавалося, прямо в самому началі процесу психотерапії ми розсілися по стульчикам, я ще опоздав немножко. Це робота, яку мені показалось, що на якому-то етапі обов'язково треба буде зробити. Тобто прорисувати всіх учасників проєкту, як мінімум, поки їх не знаю, як їх звуть, написати під ними там, ну, как бы їх імена. Одна із задач була таким образом со всеми познакомиться. Тобто ти берешь, пристально смотришь на человека, ждешь, пока он будет представляться, чтобы записать, как его зовут там же. То есть, ну, как бы он мне нужен, ну, насколько я не коряво рисую, как бы он мне нужен такой, чтобы я его потом опознал. Вот он рисунок. Начал я с психологов, я их ближе к ним сидел, и они чаще всего представлялись. Начинался Володимир, психолог, вот, а группу я начинал рисовать, ну, как бы по часовой стрелке, там, от себя просто, ну чтобы не запутаться. Ну, психотерапевты, да, вот еще Евгения и Екатерина, одного психотерапевта я пропустил, не знаю почему. Это какое-то, ну, коллективное отношение к психологам такое, ну, что-то. Это, ну, как бы такой намек на растерзанную, ну, вот эта шкура тигра, которая там богатая и нарядная. У меня кроме зеленого там с собой под руками ничего не было. Вот, так что получилось зеленое. Ну, скорее всего, это должны быть какие-то там тигриная раскраска, что-то такое. А дальше идут участники группы, ну вот как бы против часовой стрелки. Это Тамара, Сергей, Василь, Александр, Татьяна, Сергей Захаров, Александр, Дмитро, Юля, Лида с Яриком, они такие совместились у меня, они там шевелились мне, ну как бы неудобно было на них смотреть, они слишком рядом сидели, и поэтому они у меня сливались в одно такое, типа, отшивое. Весь процесс терапии я тщательно это все уже, ну как бы, пытался там тончить. Владимир, глава всех психологов, выдвинул такую версию, что, ну, типа, лучше бы никому на этом сеансе не рисовать, потому что, ну, это какая-то костыльедовщина, типа того, что я свои сложные психические проблемы, которых отрицать смысла вообще никакого нет, но перекладываю на то, что занимаюсь каким-то, не помню, как это слово называется, ну, типа, сублимация. Вот. И вот, я в ответ на это Владимира тщательнее зарисовал.